Снова здравствуйте, друзья. Чё, продолжим экзекуцию триумфа. Чё сегодня сделал? Я уже все сделал, поэтому быстренько расскажу, что сделал. Так, во-первых, я заменил вот этот вот патрубок. Вот этот. Вот он старый лежит. Что-то там развалился, рассохся. И разбух, скажем так, да, и с него постоянно текло. Короче, заказывать и ждать времени нету. Поехал я в обычный автомагазин, и это с какой-то там Лады подошел аккурат один в один. Вот. И тем более у него одна сторона у этого патрубка как раз расширенная на блок. Здесь патрубок больше. А вот с этой стороны, она ну обычная. Здесь патрубок меньше. Вот реально как будто делали для триумфа. Короче говоря, английская королева будет довольна. Дальше, что я еще сделал? Я все-таки выкрутил вот этот вот натяжитель наш. Вот этот натяжитель я выкрутил. Натяжитель цепи ГРМ. Вот здесь он ключ на 19. Выкручивается очень просто. Там пружина. Померил я пружину. Как мне подсказали парни, там Динка с Хабаровска, да так почитал. Короче, пружина там, она должна быть не менее 73 миллиметров. Я ее померил, она у меня вообще 70 миллиметров. Пружину я, конечно же, закажу завтра же с утра. Пусть она придет усиленную, как положено. А должна быть она 77 миллиметров. У меня 70. Минимальный размер 73. Но завтра очень хочется поехать. А как говорят чалтерские армяне, вариантчка. Короче, что я сделал? Я нашел вот такую вот гайку. Вот эту. Обточил ее. Благо у меня есть наждак. И сделал с нее вот такую вот втулку. И получилось все это дело вот так. Высотой 74 миллиметра. В принципе, думаю, достаточно. Да, еще я все-таки засунул туда болт, взял там не подлезть отверткой, как там на КЛХ я делал, нажал на один щелчок, закрутил и ездишь, пока опять цепь не зашелестит. Ну, здесь я подлезть отверткой не вариант, там рама мешает. Короче, туда я вставил болт и, грубо говоря, рычагом там взял молоток, ручкой молотка, рычагом, этим болтом нажал один щелчок, чтобы натяжителя прошел. Тут гонял собаку по гаражу, чтобы тихо было услышать этот щелчок, один, не два, не три. Нажал на один щелчок и все это дело назад закрутил. Да, стало тише, шелест пропал, все нормально. Осталось мне сейчас только отрегулировать клапана. А в остальном, насколько я был прав, покажет время и километры на одометре. Так, ну, в принципе, на этом все. Теперь у меня еще по плану это все-таки проверка и, скорее всего, смена прошивки. И плюс еще, что я хочу, отсинхронить заслонки. Отсинхронить. Это видео, кстати, по синхронизации заслонок самодельным способом оставлю в описании. Тоже Димка с Хабаровска делал. Интересный способ. Может быть, даже сам так сделаю, если не найду вакуум. Ну и все. В остальном уже все. Можно, в принципе, начинать путешествие. Сейчас обкатаем чутка по месту тут в радиусе 300-400 километров. Все равно что-то где-то да вылезет. Вот сейчас поехал, у меня там патрубок начал течь. Вот пока не трогал, все не текло. Один раз сорвал, все. Затягивай, не затягивай, хомут все равно течет. Пришлось его поменять. Теперь сейчас на тест-драйв покажет, насколько этот жигулевский патрубок работоспособен. Все остальное, о чем я говорил, это в других сериях.